Какая странная погода. Какая странная зима. Дома плывут, как пароходы, а пароходы, как дома. И отличаются немногим иллюминатор и окно. В них чувство дома и дороги соединяются в одно. Проспект перетекает в пристань, где предрождественские дни поблескивают серебристо домов сигнальные огни, а меж огнями, фонарями снуют настырны и юрки заиндевевшими кудрями тинейджеры, как катерки. И девушки вплывают в зиму непозволительно стройны, переполняя одержимо и в Сен-Лорановые челны. А кой-кому не до варана форсит зимою не с руки, бочком к бочку катамараном плывут куда-то старики. И все, кому досталась пара, не замерзают в эти дни двойными облачками пара. Обогреваются они, и это больше, чем искусство, куда важнее, чем кино, когда два одиноких чувства соединяются в одно. И в эту странную погоду давай попробуем вдвоем проплыть вне времени, вне моды, сквозь этот зимний водоем.